Так, сейчас на ремонте вот такой инструмент. Это Фиолент ПМЗ 600, ну, по сути дела, 600-ваттный лобзик Фиолент. Какая поломка? Электродвигатель крутится, поступательного движения нет. Судя по тому, что здесь телепается шток, значит, проблема в самом штоке. Скорее всего, или в шестерне. Ну, сейчас разберу, снимается эта крышка, посмотрим, что там внутри. Ну вот я разобрал, снимаю крышку, эту крышку снял, снимаю эту крышку. Видно, что разрушился не только сам шток, но и рамка штока. По сути дела, сам шток стоит около 1,5-2 доллара. Рамка отдельно тоже продается, тоже около 2 долларов стоит. Если поменять, по сути дела, это инструмент будет отремонтирован. Ну вот, когда поставлю на место, закажу деталь, поставлю на место, продолжу это видео. Продолжаю видео про Фиолент. Заказал рамку и весь шток. Теперь он уже в нормальном состоянии. Установил. Все, в принципе, работает прилично. Осталось только закрутить на место. Сильно смазывать не нужно, потому что здесь он не герметичный. Лишнее масло будет просто выбрасываться здесь в корпус, и к нему будет прилипать пыль и тырса, стружка, которая сюда попадает. Поэтому смазка должна быть не такой обильной, но желательно бы ее проводить регулярно. То есть вскрыл, посмотрел, лишнее убрал, намазал свежий, и тогда инструмент прослужит долго. Сейчас до конца все уже поустанавливал, все сальники и направляющие в норме. Сейчас я соберу до конца и смогу попробовать, как работает, все ли в порядке. Ну, в принципе, включить уже сейчас могу. В таком состоянии можно будет увидеть, посмотреть на движение. Ну, видим, что с лобзиком все в порядке. Закрываю, ставлю крышку, и можно отдавать клиенту.